Итак, вот они последствия ледяного дождя в городе Краснодаре. Честно говоря, последствия выглядят как видно катастрофа. Вот под теми ветками стояли машины. Кому-то здорово не повезло этой ночью. Не видно на камеру, но береза на той стороне согнула едва не штопором. Очень красивое зрелище. Только думать о том, чем это обернется по весне, очень не весело. Этой машине еще здорово повезло. Кому-то повезло гораздо меньше.